Нынешний пожар удалось ликвидировать за несколько часов, однако дом полностью сгорел. И хотя там никто не проживал, сообщают блогеры, огонь мог переброситься на соседний первый дом, где проживает 45 человек. Напомню, в мае прошлого года здесь уже горел соседний дом номер 3, а в октябре пламя охватило дом номер 9.